Стала известна дата очистки Черного озера. Об этом нам сообщили в Минприроды Ульяновской области. Состоялся аукцион, по которому была определена подрядная организация, которая будет выполнять работы по экологической реабилитации Черного озера в Димитровграде. И до 29 августа будет заключен государственный контракт. Соответственно, 30 августа подрядная организация уже приступит к выполнению работ по реабилитации водного объекта. Стоимость работ составляет более 4,5 миллионов рублей. Напомним, подрядчикам предстоит прочистить протоки водоема, при благоприятных погодных условиях провести экологическую реабилитацию Черного озера должны за месяц.